our agriculture is growing, and we'll continue to conduct this policy. So if sanctions will not be lifted, our embargo will also stay, and our agriculture will benefit from that. If sanctions will be lifted, we'll all be better off, and we will do even better. If not, we should do whatever we can and should to improve the situation. It's not a matter of choice. It's a must. We need to provide ourselves with quality products. Есть много сомнений, конечно, есть много сложностей. Но я еще раз повторяю, в долгосрочной перспективе нет альтернативы тому, чтобы весь мир работал вместе с Россией, Россия вместе со всем миром. Так было, так есть и так будет. Мы в этом не сомневаемся. Проблема серьезная. В рамках трехлетнего плана решена быть не может. Мы ожидали, что в основных направлениях деятельности правительства это будет жестче сказано. Там действительно неопределенность высокая. И, к сожалению, я думаю, у нас сейчас еще более серьезный вызов возник. Это не только проблема санкций, как вот из них выйти, там, когда они закончатся. Мы должны определить нашу модель взаимоотношений с западным миром. Естественно, меняет среду и взаимодействие с иностранными компаниями. Там, повторяю, они выходят за рамки решения трех лет. И